происходит монтаж теплицы капелька VIP с размерами 3 ширина, 5 длина. Установили уже один торец. Торец у нас будет дверь с форточкой. И также во втором торце будет точно такая же дверь с форточкой. Второй торец собирается. Также здесь будет устанавливаться форточный блок. Клиент заказал вторую теплицу. Все точно так же. Капля VIP 3х5, один блок с автоматом. В дальнейшем будет такая же. И здесь. Продолжается монтаж теплицы капелька VIP с размерами 3х5 длиной. Накрыли поликарбонатом. Сейчас будем делать форточный блок. Две двери с форточками. И клеить перфоленту с профилем для защиты сот. И прокручивать еще конек. Здесь будет форточный блок с автоматами. Лет назад устанавливали теплицы, тоже капелька. Здесь у нас серая, 735 цвет. Здесь у нас цинк. Как новый поликарбонат. Начали устанавливать теплицу капелька VIP с размерами 3 ширина, 5 длина. По торцам две двери с форточками. На втором торце также. Плюс установлен форточный блок на автоматах посередине. Также натянута система подвязки. Будет три грядки посередине, две нитки по краям по одной. Также установили на брус тонус-стоп, обработан антисептиком. И забили колышки по углам. Также установлен усилители диагональные. Труба идет 20 на 40 плюс 20 на 20. Цинк на 1,5. Плюс полимер порошковым способом окрашены. Цвет коричневый 80-17. Поликарбонат идет 4 мм. 0,75 плотность на ватра. Также в том году устанавливали такую же в точь теплицу, захотели вторую. Также капелька VIP 3х5, форточный блок посередине. Также тут все защищено соты. Поликарбонат чистый. Резиновый уплотнитель. Thank you.